Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовила на обед картофель с куриными бедрышками, со сметаной, горчицей и чесночком. Картофель получился очень мягким, вкусным. Мясо хорошо подрумянилось, стало сочным, с приятным сладковатым вкусом. Рекомендую приготовить. Для этого мы берем куриные бедрышки, картофель, сметану, горчицу, соль, перец черный молотый и чеснок. Сметану мы смешиваем с горчицей, добавляем соль, перец, чеснок пропускаем через пресс. Половиной соуса мы смазываем бедрышки, половину оставили для картофеля. С предыдущей готовки у меня остались 2 куриных желтка, я их добавила в соус, размешала и заливаю картофель. Перемешала и начинаем формировать наше блюдо. Я взяла глубокую сковороду, застелила ее фольгой. В первую очередь выкладываю бедрышки, затем между бедрышками выкладываем картофель и оставшимся соусом поливаем сверху. Закрываем блюдо фольгой и ставим в разогретую духовку до 180 градусов для готовки. Ровно 2 часа ушло на приготовление картофеля с куриными бедрышками. За полчаса я открыла духовку, сняла фольгу и добавила температуру до 200 градусов, чтобы мясо и картофель немного подрумянились. И вот что у нас получилось. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!